Как ты считаешь, это существует сейчас развитие или то, что уже все придумано, уже все придумано? То есть, если бы было все придумано, мы бы не снимали здесь эту передачу, мы бы не занимались здесь этой музыкой. Уверенность, глубокая уверенность в том, что не придумано еще ничего, открывает безграничные возможности и надежды нам на встречу завтра, послезавтра, через полгода в новой передаче. Я бы хотел заявить не от имени, конечно же, группы, потому что здесь вы видите еще много человек. А нет, я могу заявить только от имени себя. Я себя не считаю профессионалом. Для меня отношение к слову «профессионал» в последнее время претерпело какое-то такое переросшее себя значение. Профессионал для меня сейчас – это сухой, узколобый, узконаправленный в определенном деле, отшлифовывающий свое мастерство человек, который, в принципе, гораздо больше сейчас теряет из-за потребности выжить и быть узким специалистом в одной области. Кто такой профессионал? Это узкий специалист. Я себя считаю любителем, но это качество для меня гораздо важнее, чем качество профессионала. Никогда лучше я не слышал афоризма, когда Такнышев выразился об этом обстоятельстве в качестве такого мини-сценки, мини-диалога. Один человек говорит другому. Я знаю, этот парень хороший профессионал своего дела, но не любитель. Эта сцена настолько красочно описывает ситуацию, когда огромные толпы людей, ходящих вокруг нас, сейчас являются очень высокими профессионалами своего дела, но не любителями. Поняв это, я бы хотел вот внимание заострить на этом. Мы большие любители этого дела прежде всего. То, что мы профессионалы, может быть, это уже какой-то такой побочный, но не обязательный момент. Именно поэтому ты интересуешься в программе «Решето» не всегда профессионалами. И большинство групп, коллективов, попадающих к тебе, оцениваются тобой или художественным там каким-то советом, который у вас выбирает, не по признаку обязательно быть профессионалами. Ты что думаешь, я и друг мой грузовик – это большие профессионалы? Это большущие любители. Ты думаешь, ВВ – это профессионалы, или они были такими, когда они начинали? Это были страшные любители своего дела. Именно потому, что они больше, чем профессионалы, любили свое дело, они стали, в конце концов, такими. И большинство других коллективов, которые являются украшением именно этой программы «Решето». Али, я не прав?